Кабачка, коробка. Какая-то, ну, какая-то... Непонятная. Какая-то такая прикольная, квадратная, еще одна посылочка. И это какая-то прямоугольная посылка. Как это? Ну, давайте откроем уже. Интересно, что там? Вот, значит, с этой посылкой. Сережки. Классно. Я сейчас высыплю все. Так, еще там. Еще осталось. Очень ярко спаскую сейчас их. Сережки. И посмотрим. Смотрите, вот такие. Такого цвета. Будто корона. Рад. То есть одна такая пара. И сережка, и годик, смотрите. И вот такая. Знаете, косик? Почему? Смотрите. Вот. Вы их так вставляете. Вот это уже вот такая мягкая. Это уже, ну, как вставляет, будто гвоздик. И это называется так. Сережка, годик. Будто корона. Давайте откроем следующий. Сережка, годик. Тут все сережки, годик. Дальше. Сережка будет фиолетовый. Давайте скажем теперь красный. Сережка гвоздик. Вот красный. Теперь откроем. Видите, розового цвета. Ой, давай вторая к этой. Розовый. Вот такие розовые. Давайте откроем следующие сережки. Я, наверное, сейчас один буду показывать. Вот такой черный. Сережка будет. Еще чуть-чуть вам показать. Шейх не совсем много. Такой зеленый. Слепительный. Вот такой синий. И остался последний. Малиновый. Сережка будет. Очень их так много. Ты же не смотришь, что плохо. Давайте положим в сторону их. Встанем. Давайте посчитаем. Ехал мультик на тележке, продавал он все малышки, кому два, кому ты иди, вижором будешь ты. Большая посылка. Что-то тут интересненькое. Что это такое? Это... Электронный тематик. Вот так прикладываешь, и сделка пистолет, и можно увидеть, сколько температуры тут написано, 37,2. Интересно и удобно. Это чтобы нам детям мерить температуру без градусника и удобно. Давайте это отложим в сторону и откроем следующие 4 посылки посчитанки. Ехал ломтик на тележке, продавал он все малышки. Кому 2, кому 3, дирижером будешь ты. Последняя посылочка. Ой, а это же вскрытая. Давайте еще раз считать.
Кирилл Лунтик на тележке продавал математик. Кому два, кому ты, еще будешь ты. Первая посылка. Вот такие лисички, вот какие. Классно. Еще есть ее. И вот таранник. Так классно. Я могла в школе была. Вот у нас котят. Как все-таки непонятно. Зайчик. Это такие сиюшки-кошки. Там маленькие, черные. Такие. Мы подкроем последних лисичек. Вот такие они. Эти розовые. Хотя мы фиолетовых получим. Это розовые фигурки, лисички. Очень классные сидочки. Давайте ручку. И давайте закроем. Так, закрытые, закрытые. Проверяем. Что вы опять не... И давайте откроем последние две посылки. Со второго этажа полетели три ножа. Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Последняя посылочка. Это лисички! Только другого цвета. Это красный. Лисички. Классные лисички. Давайте откроем наконец последнюю посылку. Что же там лежит? Опять сережки. Это... Ой, они улетели. Это такие розы красивые. Я сильно взрослая. Такие вот розы. На сегодня все. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока! И пишите комментарии. Я их всех читаю. Ни одного не пропускаю. Всем пока!